В православной церкви существует своя строгая и четкая иерархия. Епископы, священники, монахи, миряне. И нам порой кажется, что и в мире святых должна существовать такая же строгая иерархия. Святой епископ является более дерзновенным молитвенником пред Богом за нас, нежели святой священник или святой монах, и тем более, нежели святой мирянин или мирянка. Нам кажется, что святой, прославленный в масштабах всей церкви, это более сильный помощник и покровитель, нежели святой, прославленный в каком-то конкретном месте. Однако реальная жизнь опровергает эти представления, и подтверждением тому является почитание блаженной Любови Рязанской, нашей местно чтимой святой. Почему она так популярна у простого верующего народа? Да потому что она была смиренным человеком. Она отказалась не только от всего своего, от своего имущества, от своей личной жизни. Она взяла на себя тяжелый подвиг юродства, то есть безумие ради Христа. Люди воспринимают ее и знают ее на своем опыте как твердую и скорую предстательницу в бедах, в скорбях. И подтверждением этой благодатной помощи со стороны блаженной Любови является то большое количество богомольцев, которое можно увидеть как у раки с мощами блаженной Любови в Николаимском храме, так и на месте ее погребения на Скорбященском кладбище. Святая Блаженная Любовь Рязанская, Любовь Сухановская, родилась 28 августа, 10 сентября по новому стилю, 1852 года. В то время в Рязанской губернии проживало порядка 1 300 000 человек. Люди не стремились в город, население Рязани составляло чуть более 20 тысяч, при этом количество церквей было более 30. Будущая подвижница была родом из крестьянской семьи, ее дед был отпущенником из крепостных. Была найдена запись по городу Рязани о рождении у мещанина города Пронска Семена Ивановича Сухановского и его супруги Марии Ивановны, дочери Любови. Жили они в Рязани в разных местах, мы тоже это находили по архивным документам. И чаще всего, конечно, они их принимали семьи священнослужителей или в любом случае, людей, связанных с церковью, с храмом. Крестили Любушку через 2 дня после рождения, 30 августа, в Николо-Высоковской церкви. Она была крещена в Никольском храме, в котором крестил ее отец Ивана Петровича Павлова. Известно, что в течение первых 15 лет своей жизни блаженная Любовь была обездвижена. Она жила своей духовной жизнью, которая сильно отличалась от жизни, происходящей вокруг нее. Именно в это время она получила дар сильной молитвы, и ее обращения к Богу и к святителю Николаю были услышаны. И однажды, когда ей было 15 лет, святитель Николай ей явился и сказал, что «Вставай, Любушка, и родствуй». Дома никого не было, только она одна была. Вот. И когда вернулась мама, она где-то была по делам, может быть, по хозяйству что-то, вот, зашла домой, увидела, что ее дочь на ногах. Она, конечно, от радости изумилась, стала расспрашивать ее, как произошло, как она встала на ноги. И Любушка объяснила, рассказала о том, что святитель Николай ей явился и сказал, что вставай и родствуй. Подвиг юродства – один из самых тяжелых. Это такое служение, начав которое, нельзя прекратить. Если человек вступил на этот путь, он совершенно уходит от всего, что в миру считается важным. Своим подвигом он показывает, что все приходящее, и указывает путь ко спасению. Люди, как правило, любят тех, кто их любит. Вот. А блаженная любовь не только названа так была, а и по имени, и житие было. Вот. Она действительно любила людей. По-настоящему любила. Хотя жизнь ее была непростой, и подвиг был особым. Был странный подвиг, я думаю, что для многих.
и непонятные. Мы знаем, что даже близкие ее люди, сестра, ее мама, не понимали, а что это наша Любушка блажит. Я думаю, что даже современники не всегда могли точно сказать вот, и дать определение точное. Преподобный Серафим Саровский говорил: «Три пути, на которые не нужно выходить без особого звания – затворничество, путь настоятельства и юродство». Поначалу ее мало кто знал, и те, кто ее видел, те, кто с ней общался, большинство, конечно, не принимало ее подвиг, хотя она была, наверное, благословлена самим Богом через святителя Николая, вот как это известно из ее жизнеописания. Жизнь ее была тяжелой поначалу, но она продолжала любить. И постепенно она, конечно, покорила сердца всех, вот, кто ее знал. Вот эта любовь, которая была в ее сердце, жила, вот думаешь, ну а вот сегодня-то может быть такой вот человек, как Любушка, или как-то, ну не то, что мы можем ли там взять такой подвиг. Наверное, вообще подвиг юродства далеко не каждому дан. Это достаточно редкий подвиг. Мы знаем, что у нас в России, на Руси, не так много юродивых. В принципе, мы их можем по пальцам пересчитать, тех людей, которые несли такой подвиг. Вот. Хотя у Любушки он был такой достаточно, может быть, даже и малозаметный. Принимала вот те весточки, которые Господь посылал в ответ на просьбы этих людей. И, стараясь им помочь, она, как умело это делала, но делала она это очень тактично, скромно, с большим благоговением к людям, зная, что людей нельзя ошеломлять, ломать, это не дело, так Господь не поступает. Вот, поэтому кто хотел, тот получил от нее очень много пользы. Вот, был предупрежден, был направлен туда, куда надо, на правильный путь. Кто-то от грехов каких-то избавлялся. Блаженная любовь не сразу пошла к людям. Она готовила себя к подвигу юродства. Непрерывная молитва в течение 3 лет в узком пространстве между стеной и печью. Она поняла, что Господь ее призывает на этот подвиг, и она 3 года до 18-летнего возраста готовила себя к этому подвигу в простенке между стеной и печью. Она 3 года стояла вот, в затворе. Конечно же, она выходила, это и понятно, вот, но большую часть она все-таки проводила времени там, в этом в затворе, таким образом подготавливая себя терпением, смирением, вот этим подвигом вот, к служению на таком действительно тяжелым, тяжелейшим. Это один из тяжелейших подвигов, подвиг юродства. Когда креста не стенет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитвы дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам счастье улыбнется вновь, благодарим ли с умилением от всей души, всем помышлением Божью милость и любовь. Почему мне вспомнились строки великого князя Константина Константиновича Романова? Потому что ведь очень часто и мы точно так же, когда креста не стенет мочи, мы возводим вверх руки, молитвы все наши, просим: «Господи, помоги!» Но благодарим ли мы с умилением от всей души, всем помышлением после того, как нам действительно Господь реально помогает? И вот это вот умение благодарить Бога, мне кажется, у Любови Рязанской как раз и оно было, потому что мы помним, что она болела очень сильно, молилась, просила о помощи. И вот, вспоминая ее подвиг, который она понесла 3 года, стоя в простенке между печкой и кроватью, тоже сокрыто от нас. Ну, можно, конечно, говорить, что это тоже был какой-то по промыслу Божий, она как бы вот что там. Вот. Мне кажется, что было и благодарение, в том числе, Богу. 1870 год. Нам сейчас даже трудно представить, чтобы 18-летняя девушка, которая большую часть своей жизни лежала фактически обездвиженной, не только отказалась от всех мирских благ, присущих людям того времени, она стала вести жизнь, настолько отличающуюся от всего того, что видели вокруг себя окружающие, что ее не понимала даже родная сестра.
Что такое юродство? Это не иметь ничего своего. Это не одеваться нормально, не обуваться, не питаться, не жить в нормальных человеческих условиях, то, что мы называем нормальным человеческими условиями. Это полное отрешение от всего мирского, от всего, если хотите, в мирском понимании, опять, здравого, нормального, разумного. Это идти странствовать. Это, ну, кто где покормит чем, кто что даст. Они молятся за этот мир, за нас с вами, и нам дают пример, чтобы мы задумались о том, для чего мы живем. Может, мы забыли Бога, может, наоборот, мы ушли от Бога, и поэтому теряем вечную свою блаженную жизнь ради земных благ, на что мы ее променяли. И поэтому, может, мы безумные, а они умные как раз люди, оказались действительно умными людьми. Поняли это, и нам дают понять нашу цель жизни, для чего мы здесь живем. Появление юродивых почти всегда связано с тяжелыми временами, когда в обществе теряются духовные и нравственные ориентиры, начинает господствовать формально-обрядовое восприятие христианства. Вот что писали об этом лучшие люди того времени. «Россия забыла Бога, широко распахнула двери произволу и оттого неизмеримо бедствует. Общая безнравственность приготовляет отступничество в огромных размерах. Очевидно, отступление от веры православной всеобщее в народе. Кто открытый безбожник, кто деист, кто протестант, кто индифферентист, кто раскольник». Вот в таком противоречивом окружающем мире блаженная Любовь смиренно продолжала нести свой подвиг. Приглашали Любушку и на свадьбы, считая, что ее присутствие может принести счастье. Но это было не совсем так. Один богатый рязанский купец выдавал свою дочь замуж. Было собрано очень много гостей как со стороны жениха, так и со стороны невесты. Был красивый стол, музыка, цветы. Никто и не мог подозревать, что жених имеет тайное пристрастие к алкоголю. Каково же было удивление всех, когда Любовь Семеновна сказала, что молодые не будут счастливы, потому что жених будет употреблять спиртное. Опечалились те, кто позвал Любушку, но в дальнейшем, когда ее слова подтвердились, снова полюбили и зауважали. Вот что пишет о Рязани того времени Салтыков-Щедрин. «Подобного скопища всякого рода противозакония и бессмыслия вряд ли можно найти, и вятское плутовство есть не более как добродушие по сравнению с плутовством рязанским». А святитель Феофан дополняет эту картину. «Широкой рекой потекли к нам западные учения о неслыханных дотоле противных Духу Христову порядках в жизни семейной, религиозной, политической». И при мирной жизни или при каких-то трудных обстоятельствах, да, вот, все равно многие, кто-то отступал от исполнения заповеди Божией, кто-то впадал даже в пороки, вот. И, естественно, эти люди блаженные, они вразумляли такого человека, вот, направляя его, старались направить его на праведный путь, чтобы человек не забывал о том, что здесь не здесь наше Отечество, а что нас ждет Отечество Небесное, и к нему нужно готовиться, и нужно, исполняя заповеди Божии, идти по этому пути, как бы ни трудно было бы. Наверное, по молитвам наших предков Господь и посылал таких людей, которые в такой тяжелый момент они несли утешение, они несли какой-то свет, они помогали пережить этот сложный очень период. И Любушка была вот одна из них. Распространившиеся в это время материалистические взгляды пошатнули христианские и общерелигиозные убеждения. Появились атеисты и нигилисты, которые утверждали: «Бога нет, человек – ком грязи, за гробом нечего ждать». В России резко возрастает количество революционных и террористических организаций. Мишенями террористов становится император Александр II, государственные чиновники. Волна покушений захлестывает всю страну. 13 марта 1881 года Александр II получает смертельное ранение от рук террористов при взрыве бомбы. Это потрясение, это горе, конечно, потому что помазанник Божий, отец родной второй, да? Мы сказали, отец родной по крови – это отец помазанник Божий. Убит причем. Причем не первая попытка. Люди так переживали за покушение на него. Заказаны были сразу сорокаусты, и поминания на год, и даже принято было решение о строительстве храма.
В годы царствования Александра III с 1881 по 1894 год был наведен порядок в стране, прекратился террор, начался экономический рост, увеличились доходы населения, но при этом уровень развития сознания во всех слоях общества катастрофически падал, атака шла на глубинные ценности русского народа. Происходило это за счет подмены понятий. Вместо веры, царя и отечества – свобода, равенство и братство. Три несовместимых понятия и богоборческая утопия – построение рая на земле. В Рязани все эти процессы были хорошо заметны. Так, например, в 1885 году в Морозовской стачке участвовал 131 рязанец. На территории Рязанской губернии действовало несколько тайных обществ и кружков. Здесь как раз очень интересный, на мой взгляд, очень интересный феномен. Если мы почитаем житие, сейчас, в общем-то, достаточно много написано, да, житийной литературы, то вот это все в житии практически не отражается. Это как бы там таким фоном, который протекает в стране, вот мир там переживает последствия Первой мировой войны, а Любовь Рязанская, она совершает свое богоугодное дело. И вот совершает его очень локально, то есть совершает его в том плане, что она видит перед собой человека нуждающегося и определяет как бы ему вот Богом данную возможность для спасения. Советует одним, другим, как там третьим. Она не решает глобальных задач. Не прекращение войны, она понимает это. Сохранились всего две прижизненных фотографии Любови Сухановской. Одну из них передала нам Марина Владимировна Юркова. Ее бабушка Валентина Николаевна и прабабушка Елизавета Григорьевна хорошо знали Любушку, заботились о ней и принимали ее в своем доме. Вот что они рассказывали. Любушка была коротко подстрижена, на голове всегда розовый платок, ей нравились розовые и красные цвета. По улице шла веселая, пела какие-то свои песни. Мальчишки ее дразнили, но не обижали. Одна девушка Варвара очень боялась Любушки за то, что она боялась, что та предскажет ей что-то плохое. Однажды она проснулась рано утром и поставила самовар. Посмотрела в окно и видит, в калитку входит Любушка. Убежала она со всех ног закрывать дверь. Испугалась она ее очень. Смотрит поздно, а Любушка уже вошла и говорит: «Успела, а я думала, ты дверь закроешь». Тогда, видя, что Варвара испугалась Любушку, она протянула ей шоколадную конфетку и сказала: «Вот, держи, это тебе. Только ты никому ее не давай, сама съешь». Тогда Варвара послушалась Любушку и съела конфетку. Так она перестала ее бояться. Принимая Любушку дома, прабабушка предупреждала всех, чтобы ей ни в чем не отказывали и не препятствовали. Однажды блаженная Любовь настойчиво стала говорить ей: «Валя, ты давно своего деда не навещала, сходи скорее», и повторила это несколько раз. Девушка поспешила к дому своего деда. Дом горел, вокруг суетились люди, но дедушка спасся. Нижний Посад – это весь был, скажем так, место, где Любушка ходила, где ее каждый буквально знал, где ее любили. Ведь не просто так до сих пор к ней, к ее мощам приходят люди. Это вот Иерусалимская улица. Вот прихожанкой Иерусалимской церкви была Любушка. Но мы знаем, что она любила ходить и в Благовещенский, и в Казанский монастырь. То есть это вот святые такие намоленные места. Здесь же и, скажем так, окормлялась в этих во всех церквях Любушка Рязанская. Молитва за других, добрый совет, чуткость, желание предостеречь от опасности, сострадание к людям стали ее уделом. Она не бежала от людей, а помогала им. Постоянно посещала многие рязанские храмы. Любила ходить в Казанский женский монастырь, где подолгу жила у некоторых сестер. В тот период как раз матушка застала игуменей Евгению Топтыкову, одной из самых известных игумени, которая очень плодотворно потрудилась в свое время. При ней был именно создан этот храм и открытое училище для девочек. И, кроме того, после нее монастырь возглавила игуменья Паисия, затем игуменья Евпраксия. И так случилось, что матушка Любовь всех их знала, видимо. И, кроме того, содержится в ее жизнеописании рассказы о том, что она посещала монахинь
И вот один случай приводится, как она жила у матушки Артемии. И у матушки Артемии была послушница Ефросиния. К матушке Ефросинии приходила ее молодая сестричка, которая очень хотела монастырь. Но ей очень мало лет, и ее не принимают. Тогда блаженная Любовь взяла большой лист бумаги и стала очень быстро вырезать фигурки и выложила их на стол. Это была похожа на ограду такая фигура, потом храм и клирос. И матушка Любовь сказала: вот ты будешь здесь петь и читать. И действительно эти слова сбылись. Эта девушка молоденькая пришла в монастырь, осталась в нем и исполняла потом послушание клиросное. И она оказалась обладательницей очень редкого голоса, низкого, женского. И стала читать апостол и участвовать активно в богослужении. Блаженная Любовь всегда жила в стесненных условиях. Семья была очень бедна, отец рано умер. Через некоторое время не стало и матери. Но даже при этом современники-подвижницы вспоминали, что она была всегда приветлива и добра к людям, даже к тем, кто не верил ей и смеялся. Переносила все это терпеливо, и улыбка почти не сходила с ее лица, выражавшего, кроме обычной приветливости, большую силу воли. Иногда Любушка Рязанская решалась отдохнуть после долгой ходьбы. И она присаживалась на крылечко какого-нибудь дома. Хозяева домов выносили что-нибудь из пищи. У одних она охотно брала пищу, у других же она не брала и говорила, что у них самих мало. Но если она брала пищу, то домой она не доносила, а раздавала по дороге беднякам. Люди называют умными тех, кто умеет покупать и продавать, вести дела и отнимать у ближнего, притеснять и лихоимствовать. Бог считает таких глупыми и грешными. Мы называем умным того, кто выполняет Божью волю. В начале 20 века население Рязанской губернии составляло около 2 миллионов человек. В Рязани проживало порядка 50 тысяч. Как видно, большинство населения занималось сельскохозяйственным производством, которое в то время было на подъеме. Россия занимала тогда первое место в мире по производству зерновых. На экспорт шло более 10 миллионов тонн ежегодно. Постоянно росло потребление на душу населения мяса, молока и хлеба. Свет, вода, канализация, водопровод, да, появляется, еще раз говорю, чистота, благоустройство. По обилию храмов, наверное, мы были в числе самых, наверное, передовых, потому что храмы держат город, это структура, на которой строится любой город. А какой подъем в образовании? Смотрите, для разных сословий, для разных возможностей, и бесплатные тоже в том числе, да, благотворители вкладывались в создание училищ. Город в образовании встает на одну из самых мощных, таких сильных стадий своего развития. И много-много разных направлений в образовании появляется. Южные районы Рязанского края, где земелька получше, не глиноземчики, не песочек, как в Мещере, а все-таки черноземы пошли там, уже стали появляться и железные крыши, и мощные кирпичные дома, бревенчатые избы, такие настоящие, да, на большую семью из трех поколений. Дед, его сын и внуки там, да, уже жили, три поколения. При изучении документов того времени становится очевидным, что идеи большевистской литературы, доставляемые в опечатанных вагонах из Германии, ложились на благодатную почву. Как ни странно, увеличение материального достатка привело к прямо противоположным результатам – возрастающему недовольству своим положением и духовному обнищанию. Революционные идеи разжигали в человеке самые низменные страсти – жадность, зависть, ненависть. Но до 1905 года в Рязани в целом было все спокойно. В народной среде сохранялся авторитет церкви и монархии. Рязань с честью встретила российского императора 8 мая 1904 года. Рязань встречал царя как царя-батюшку. Тут давайте вспомним и сказки русские народные предания. Действительно, есть моменты эстетические, да, в отношении царей, но тут не тот случай. Именно царь-батюшка, да, отец родной, второй отец. Поэтому ликование, поэтому встреча, поэтому подъем, поэтому сердечная радость.
Даже в 1905-1907 годах Рязанская губерния не находилась в эпицентре революционных событий, как это изображали историки советского времени. 10 октября 1905 года демонстрация в Рязани собрала всего 300 человек. Сторонники революционных партий пытались организовать массовые стихийные движения, создавать боевые дружины, но большого распространения эти идеи не получили. Однако проявлением террора стало убийство в 1906 году рязанского полицмейстера Гавриила Константиновича Хорота. Событие вошло в историю Рязани как дело гимназистов. В покушении участвовали 9 учеников гимназии в возрасте от 17 до 28 лет. Тем не менее, жизнь небольшого губернского города шла своим чередом. Люди знали, что блаженная любовь прозорлива, и поэтому приходили к ней со своими вопросами. То, что она говорила, сбывалось даже через много лет. Любушка предрекла судьбу двум девочкам. Она была частой посетительницей их дома, и вот однажды она пришла к ним, девочки кинулись к ней и спросили: «Любушка, расскажи нам, что ты знаешь?» Любушка достала из кармана две бумажные иконки, одна из них была святого Александра Невского, а другая иконка благоверной Анны Кашинской. Старшей из девочек она подарила икону Александра Невского, а младшей – благоверной Анны Кашинской. Судьба старшей девочки сложилась так. Она вышла замуж за Александра, названного в честь Александра Невского, и проживала на станции Александр Невский. Судьба младшей сложилась так же, как судьба Анны Кашинской. Она рано потеряла мужа и осталась вдовой с двумя детьми. После 1907 года деятельность революционно настроенных политических партий на территории Рязанской губернии пошла на спад. Даже начало Первой мировой войны не сильно изменило настроение рязанцев. Наоборот, наблюдался небывалый всплеск патриотических настроений. Подтверждением этому могут служить архивные данные о визите императора Николая II и его супруги Александры Федоровны в город Рязань 8 декабря 1914 года. Но все-таки мы немножко смутились. Смущение было в 1905 году. Но вот первое посещение императора, да, Николая II, было еще до этих событий. Потом наступает 1905 год. Опять смута, немножко взрыв вот этот, да, взрыв мозга произошел. Чуть-чуть все это, когда пыль осела, да, люди опять к приезду уже второй раз в 1914 году снова так же уважительно отнеслись к его приезду с такой же любовью. Ситуация менялась ближе к 1917 году. Тонны запрещенной литературы, ввозимые из-за границы, печатные станки для производства прокламаций листовок, подпольные газеты делали свое дело. В это время в Рязани количество членов запрещенной партии РСДРП не превышало нескольких десятков человек. Ну а дурманенные борьбой за власть и за ресурсы многочисленные разрешенные партии движения, пользуясь усталостью населения от войны, играя на трудностях военного времени, разжигали в людях недовольство царской властью, внушали населению мысли о необходимости классовой борьбы. Насаждали чуждые русскому человеку утопические теории, действовали фактически как предатели интересов своей страны в военное время. Но при этом февральские события в Петербурге на жизни в Рязани почти никак не отразились. Только после отречения императора от престола 2 марта 1917 года на следующий день произошла смена городской власти, что по сути вылилось в банальную дележку должностей. 12 марта 1917 года в губернском центре прошел праздник свободы. Он начался с торжественного молебна и салюта, прошли военный парад и общегородская манифестация, завершившаяся угощением для солдат. Уже 31 мая 1917 года Продовольственный комитет телеграфирует о голоде в северных уездах, городах Рязани, Егорьевске, Зарайске. А начиная с июля пшеничная мука отпускается только больным. По рецептам врачей происходит настоящий коллапс власти. Любовь Рязанская, она помогала уже переживать те состояния, которые были катастрофичными для России и для каждого человека. Конечно, предчувствие грозных событий, крушения империи было открыто, и поэтому она незадолго до революции оповещала горожан о том, что таким непонятным для них тогда возгласом, восклицаниями «стены Иерихонские падают, стены Иерихонские падают». Для многих это было совершенно непонятно, и только потом уже раскрылось как крушение, по сути, Российской империи. Чтобы освободить в душах людей место для новых революционных теорий и идей, нужно было убрать из жизни человека веру и церковь. Было разрушение как раз
храмов в душах людей. То есть именно начинается отток людей от православной церкви. И тому свидетельством является то, что в 1917 году, как раз мы знаем, что шла Первая мировая война, людей, которые причастились Великим постом, было всего лишь 10%. А в то время, когда в 16 году их было 90%. И вот можете себе представить, что могла наблюдать блаженная Любовь Рязанская. Это изменение нравов, изменение менталитета. Это эволюция мысли христиан. Вот что пишет святейший патриарх Тихон в 1918 году. «Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха. Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто свое мнение? Вы закрыли ряд монастырей без всякого к тому повода и причины. Вы наложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю. Казнят епископов и священников, монахов и монахинь, ни в чем не виновных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной контрреволюционности». Блаженная Любовь задолго предвидела закрытие Казанского монастыря в Рязани. Некоторым престарелым монахиням она говорила: «Вы косточки свои оставите в монастыре, а другие – нет». Сохранилось еще предание о том, что матушка Любовь часто посещала сестер в дни скорби, когда они узнали о том, что монастырь будет закрыт. Можно себе представить, как это было им тяжело, и они нуждались в духовной поддержке. И матушка Любовь, она часто их посещала, укрепляла, утешала, как могла. И также, благодаря вот этому своему способу, проявляла свои чудеса прозорливости, вырезая разные фигурки из бумаги и подавая каждой сестре ту фигурку, которая являлась символом того, что случится с ней в будущем. Предвидела она и свою кончину. Умерла Любовь Сухановская 21 февраля 1920 года, прожив такую нелегкую, но яркую жизнь. Это такой потрясающе близкий человек для всей православной Рязани. Начиная с 20-х годов, это вершина ее подвижничества. После революционные годы, годы установления советской власти, когда к духовной жизни интерес был минимальный. Тем не менее, она, конечно, покорила тогда весь город своей личностью. И мы знаем о том, как беспокоились власти, когда увидели, что на погребение блаженной Любови народу пришло больше, чем на соответствующую политическую демонстрацию. Собралось столько народу. Хотя мы знаем, что 20-й год и гражданская война, и, конечно, нестабильность в стране после революции, вот, было очень сложно. Вот. Естественно, у каждого свои какие-то проблемы. Вот. Но собралось столько народу на ее похороны, что сестра, увидав такое количество народа, она заплакала перед ее гробом и сказала: «Прости меня, моя сестра, тебя столько народу знало, а я одна не узнала». Воспоминания современников о блаженной Любови Рязанской были собраны по благословению архимандрита Авеля Македонова его духовной дочерью, монахиней Серафимой, в миру Еленой Арсеньевной Масолетиновой, которая стала записывать рассказы про жизнь блаженной и чудеса, происходившие по молитвам к ней. На основе этих записей и было составлено житие Любови Рязанской. Она человек, который написал акафист «Блаженная Любовь». Для нее «Блаженная Любовь» была и сестрой старшей, и матерью. То есть она в таких родных, близких, духовно-родственных отношениях с ней находилась, что фактически вот этот фундамент прославления блаженной Любови последующий заложила она, духовная дочь отца архимандрита Авеля. Сегодня блаженная Любовь – одна из самых почитаемых святых Рязанской земли. Канонизация ее великими сночтимых святых была совершена в 1987 году. Любушка, она была убогой, она была бедной, но она была духом выше всех. И она всем служила, всем помогала, за всех молилась и старалась
как если только можно, кого только спасти. У нее целая цель была вот, спасение вот, ближних своих земляков. И теперь-то она о этом и молится Богу, чтобы вот те, которые живут в Рязани, чтобы они бы исправились, чтобы они были людьми, и чтобы, когда их жизнь, путь кончится, чтобы они получили бы жизнь вечную. Вот это ее цель, ее вот, как бы целенаправленность. Она хочет, вот, она желает этого.